Здравствуйте, в эфире «Бизнес с высоким IQ». Мы рассказываем о малом и среднем бизнесе. И герой нашей программы – компании, которые во многом, благодаря новым технологиям, сумели успешно построить свой бизнес. Каждый человек в своей жизни что-нибудь да ремонтировал или строил. Будь то игрушечный дом или настоящий. Как обычно бывает, очень сложно найти именно тот материал, который нужен. Но когда все необходимое для ремонта есть в одном источнике, это меняет дело. Герой нашей сегодняшней программы – «Близкоремонт». «Близкоремонт» – сеть рекламных каталогов для покупателей строительных и отделочных материалов. Такой единый рекламный носитель позволяет покупателю всегда найти именно то, что он ищет для ремонта. Здесь хранится уже полностью отпечатанный тираж. Осталось только его доставить. Каталоги «Близкоремонт» уже распространяются в 8 городах-миллионниках. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Наши клиенты, наши рекламодатели хотели понимать, насколько долго живет реклама, то есть как долго ей пользуются их читатели, ну, читатели журнала, их потенциальные клиенты. Существует техническая возможность у компании МТС, которая позволяет нам видеть, получать детализированную информацию о том, с каких номеров звонили, когда звонили, как долго длился разговор. Именно эта возможность, которую предоставляет компания МТС, нас заинтересовала, и в 2008 году в Новосибирске мы внедрили подобную услугу, которую назвали «Реальная эффективность», и предоставляем ее нашим клиентам. И за счет этого они понимают, что журнал «Близкоремонт» – это рабочий инструмент, который дает им клиентов. А так как они это понимают, мы получаем благодарных клиентов. Услуга «Реальная эффективность» позволяет любой строительной компании понимать эффективность от рекламы в каталоге и получать необходимую статистику. Сколько звонков идет от рекламы? Когда звонят потенциальные покупатели? Сколько по времени длятся разговоры между отделом продаж и покупателем? Телефонные номера потенциальных покупателей. Клиенты «Близкоремонта», размещающие рекламу в каталоге, используют для коммуникации с потребителями единый многоканальный номер от МТС с уже подключенной услугой «Автосекретарь». Номер каждого клиента уникален и не привязан к конкретному телефонному аппарату или адресу. С помощью веб-интерфейса услуги «Автосекретарь» клиент может самостоятельно настраивать конфигурацию услуги, задавать и удалять номера для переадресации, задавать время их доступности, устанавливать приоритеты, включать и выключать голосовую почту. Все вызовы, поступающие на единый многоканальный номер, автоматически переадресуются на телефонные номера, заданные клиентом. Сеть магазинов «Кровля СПБ». Здравствуйте. Добрый день. Меня интересует кровля. Саму услугу «Автосекретарь» оплачивает компания «Близкоремонт». Но нам она дает эффективный инструмент, который помогает нам не только отслеживать эффективность работы рекламного обращения, но и создавать диалог между покупателями нашей компании. После оценки эффективности нашей работы и работы над ошибками мы становимся высококонкурентными на рынке строительных материалов. Сегодня сервис «Реальная эффективность» на базе услуги «Автосекретарь» не только считает количество звонков, но и записывает их. МТС дает такую возможность. Подобные телефонные записи позволяют рекламодателям услышать и понять, как их продавцы на самом деле разговаривают с потенциальными клиентами, насколько они вежливы и профессиональны. Спасибо, что оставались на линии. Какая кровля вас интересует? Было уже несколько ситуаций, когда благодаря этой услуге наши клиенты смогли выявить факт воровства своей компании. Менеджеры по продажам говорили директору, что продаж нет. Тогда как отчеты, которые мы регулярно предоставляем директору, говорили об обратном. То есть люди делали покупки. Однако делали покупки в другой организации, поскольку данные заказы менеджер по продажам передавал в другую компанию за дополнительный процент. Всего одна технология от МТС, а польза для клиента и для всего бизнеса очевидна. Смотрите следующие выпуски программы «Бизнес с высоким IQ» и будьте успешны!